Всем большой привет! Я на днях получила вот такой фаленопсис. Не стала я ради одного фаленопсиса снимать распаковочку, но по прошествии пары дней я все-таки решила его показать. Не могу не показать, вот он очень мне нравится. А сразу предупреждаю, я понимаю, что для многих, кто привык к стандартным фаленопсисам, к более жирным, это сейчас страшное зрелище и вообще кошмар-кошмар. Но все хорошо, листики на самом деле очень упругие, они в тургоре. Вот этот помягче, конечно, но вот этот хороший. Это вот такой фаленопсис Вилсонии. Очень я его хотела. Ну, сразу, кстати, вы продавца увидели, но в описании все равно укажу. Очень хотела Вилсони. Как-то не попадался он мне. И тут вот написали, предложили. Я взяла. Мне нравятся его корешки. Опять-таки, не пугайтесь, Вилсони, товарищ листопадный. Поэтому вот такая вот ситуация с листьями для него вполне нормальная. Самое главное, это вот эта часть, это корешки. Они обалденные. Я очень люблю Вилсони, особенно наблюдать на блоках. У них как огурчики пупырчатые, корешечки пупырчатые, огурки. Они такие классные на ощупь. И вот такая охапка целая, это очень хорошо, это много. Хотя есть, конечно, и сухие, но это не страшно абсолютно. И потихоньку я тоже опрыскиваю, смачиваю, дала уже антистресс препарат. Но вот такая прелестная прелесть. Теперь я очень надеюсь увидеть цветение этого чуда. Ну, это я так забегаю далеко на будущее, далеко наперед. Потому что сначала его надо бы адаптировать. Нам с ним друг к другу надо привыкнуть. И посмотрим, как у нас с ним все пойдет. Пока он определится, скорее всего, в тепличку. Но в дальнейшем это будет тот экземпляр, который живет на балконе для нужной ему прохлады в период покоя и в зимнее время. Вот такое вот вилсонистое чудо. Коротенький сегодня будет обзорчик. Но интересность. Не могла не показать я такую интересность. Очень я ней довольна. Конечно же, фотографии вставляю, да, цветение, а то все рассказываю, фотографии не показываю. Очень интересный цветок, вот, правда. Классный цветок. И, кстати, с Вилсони очень интересные гибриды получаются, первичные гибриды с другими видовыми. Тоже такие необычные цветы, очень форма у них привлекает внимание, а по характеру они обычно выходят более покладистые, чем Вилсони. Ну что ж, буду я к нему привыкать, подстраиваться, находить подход, что он хочет, как он хочет, как это лучше сделать. Будет у меня новая заморочка. И на этом я уже буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Всем солнечных дней, пышных цветений. Кстати, да, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, делиться этим видео с друзьями. Огромное спасибо вам за поддержку. Ваши лайки очень поддерживают канал. И комментарии показывают YouTube, что мои видео интересны, они стоят внимания. Показываются в рекомендациях, конечно же, другим пользователям. Отсюда приходят новые зрители. И я уже говорила, я хочу набрать 1000. Я хочу набрать 1000, потому что это даст мне возможность стримить. И стримить не с ноутбука, потому что у меня на ноутбуке камера очень не очень, и в общем, там свои неудобства, свое такое. Удобнее гораздо, конечно, было бы вот так вот стримить с телефона, а для этого мне надо 1000 подписчиков. Ох, набирать, не перенабирать. Ну что ж, уже теперь точно все. Еще раз всем солнечных, присолнечных дней, пышных цветений, и пока-пока.